Я думал, в общем, что послушать, что же послушать, и вспомнил про трек Матранг. Что-то какая-то движуха прям была вокруг этого трека. Давайте все оценим. Я слышал только кусочек в Инстаграме, потому что был какой-то дикий челлендж. Я не знаю, до сих пор он идет или нет, но давайте заценим песню целиком. В принципе, вокал терпимый. Мне нравится, как постепенно появляются инструменты. Неплохо. Ну, интересно. Как-то необычно, мне кажется, для него. Как вы считаете? Я просто особо не слушал его песни. Ну, мне что-то парочку не понравилось, я подумал, то, что я вообще его не буду больше слушать. Но этот, в принципе, неплохой. Странно, в контактах Газголдера до сих пор Адиль Джалялов. Почему? Не знаю. Окей, окей. Ну что, как вам эта песня? Вы уже давно ее, наверное, прослушали, да? Что я могу сказать? В принципе, неплохо даже, да. Можно послушать, погонять ее. Но она как-то не отталкивает меня. То есть, если я ее услышу, то я могу ее спокойно послушать. Я ее, конечно, себе... Не знаю, ну что-то как-то не хочется мне добавлять. Посмотрим, в общем, я не знаю, ничего не могу сказать. В принципе, все очень даже ок. На этом все, спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, всем пока. Check it out!